И вот мы уже достали стулья, столы. Думали, что будет весна, но нет. Опять зима. Да. Макс, что ты там? Ты там нашел, я знаю. Я видел, как она сегодня там что-то прятала. А ты нашел. Ой, что там, Алиса? Нашел? Да. Ребята весь день на улице ищут клад. А Алиса? У нее сегодня хорошее настроение. Шуба вся мокрая, она валяется в снегу. Алиса, падай. Ну, что такое? Нет? Ты дым? Алиса, Алиса. Да. Белый всегда готов посниматься за место Алисы. Побегать, попрыгать. Что такое там за звуки? Ага, ну-ка покажись. Что ты там делаешь? Алиса. О, иди сюда. Иди сюда, иди. Алиса под крыльцом прячет продовольствие. А Белый потом, когда Алиса спит, туда лазит. Он еще худой. Пролезает туда и все тут достает. Все, что найдет. Чрезвычайно эффективно получается у него работать таким образом. Алиса, ну иди сюда. Иди. Ой-ой-ой-ой. Ой. Что ты там? Копаешься? И ушла. Под этим крыльцом Алиса любит спать, когда особо дождливая погода. У нее там все, и склад, и спальня. Ну? Ой. Ой. Это она ругается на меня. Что я лезу не в свои дела? Вылезай. О! Показывает, что злая лиса грызет дерево. Снег. Играться. Нет, не хочет играться. Эй, вылезай, Алиса. Так. Ой. Ну что? Определяем Алису по белому хвосту. Белый, где Макс? Пошли. Все, она уже не вылезет. Если только не услышит звон миски. Вот если будет звон миски, тогда она сразу вылетит пулей. А? Услышала слова звон миски. Так, прекратить. Надо погоняться за белым. Ну что? Определим ее настроение как хорошее боевое. Веселое боевое. Да. Белый, пошли тоже. Все на кухню. Что такое, Макс? Где наши? Вон бегают. Белый. Алиса. Так.
Вот. Ай-яй-яй-яй, тихо, меня же собьете. Ужас. Белый, что это такое? Ну ладно, сегодня 8 марта. Можем ей и простить. Согласен? Да. Так что мы хотим все, всей дружной компанией поздравить всех девушек, женщин, бабушек, весь женский пол с 8 марта. Всем вам добра, удачи и любви. А наша коза, вон она идет. Ай-яй-яй. Стоять. Ой. Ну, а коза, как всегда, коза. Тихо, не сбей меня. Вот. Ребята вас поздравляют вместе со мной.